А з приводу київського «Динамо», щоб закінчити тему, дуже багато зараз розмови про те, поїде чи не поїде Драгович, Олександр Драгович за кордон, чи залишив він київське «Динамо». І Ігор Михайлович Суркіс, президент «Динамо», нам чітко прокоментував ситуацію навколо цього трансферу, можливого трансферу. Чому не гру київського «Динамо»? Да, не секрет, что им интересуется Байер Ливеркузен, ну, те условия, которые они предлагают, меня не устраивают. Поэтому он игрок киевского «Динамо», у него микроповреждение, только поэтому он не играл, он бы играл, он профессионал, мы только что с ним говорили. Я ему все объяснил, и давление на меня оказывать не надо. И я Байер Ливеркузену, который предлагает его купить, сказал, на каких условиях я его отпущу. Сумму назвать можете, чи це секрет? Для чего? Когда, если это произойдет, и когда это произойдет, тогда мы будем говорить о сумме. Ну, у него сегодня, может, нет мотивации, а завтра она появится. Ну, мы же не первый день проходим такие ситуации. Естественно, чемпионат наш упал в интересе в каком-то. Он это понимает. Он высококвалифицированный футболист. Но на этом клубе не сходится свет клином. Поверьте мне, по таким футболистам будет трансферное окно в Англии только открылось. Я знаю, что по нему будет еще очень и очень достойные предложения. Если они поступят и устроят клуб, я же говорю, всегда в трансферной политике должно устроить три стороны. Клуб, который продает, который покупает, и, естественно, самого футболиста.